25 тысяч человек ежедневно приходят на станцию Расторгуева, чтобы добраться до работы или дачи, отправиться на загородный пикник или прогуляться по Москве. Но, к сожалению, не все предпочитают попадать на платформу обычным путем через турникеты, выходят на пути и погибают. Люди попадают через опасные тропы, которые существуют вблизи платформ. Все перекрыть невозможно заборами. На протяжении нескольких лет мы проводим данные рейды, изучаем статистику, изучаем места, где произошли смертельные случаи. С начала года на железнодорожных путях Ленинского городского округа погибло 3 человека. Последний случай произошел 6 мая на станции Расторгуева. Здесь 45-летний мужчина решил сэкономить время и попытался переправиться с одной платформы на другую по путям. И эти случаи, увы, не единичны. Те, которые хотят пройти мимо турникетов, вот эти, конечно, нарушают. Иногда бывает, правда, опасно. Видишь, и видно, что это опасно. Ну, такой факт есть, да. Вот я на дачу езжу, там тоже нарушение есть в Кашире. Тоже там переходит не так, как надо. Впрочем, станция Расторгуева относительно благополучная. Больше всего нарушений и, как следствие, жертв приходится на платформу Калинина. И здесь рейды проводятся на постоянной основе. Тем не менее, именно в этом месте с начала года погибло 2 человека. Там нельзя ходить. Сейчас спущусь и доставлю вас в дежурную часть. Я вам серьезно говорю. Обратно разворачиваюсь и уходим. Но самое печальное, что свидетелями пренебрежения правилами безопасности становятся дети. Увы, но и они в этом году стали участниками опасных инцидентов на железнодорожных путях. К счастью, обошлось без жертв. В этом году произошел... Произошли 2 случая несмертельного травмирования. Это детей. Один случай произошел на перегоне между Булатниково и Расторгуево. Другое на станции Калинин. Сколько не вешай плакатов, но если сами люди не задумываются о своей безопасности, все усилия надзорных органов бессмысленны. Будьте внимательны и переходите железнодорожные пути только в оборудованных для этого местах. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.